это мероприятие в 2009 году отличается от предыдущих тем, что это первое мероприятие, которое мы проводили 3 дня. До этого мы имели опыт только проведения мероприятий в один день на одном дыхании, в таком же, почти в таком же формате, но мы увидели, что мы можем дать обществу, не только байкерам, но и обществу в целом, намного больше. Как граждане, как байкеры, показать культуру людям, не закрытость байкерской сферы, а наоборот открытость. Основной задачей было собрать байкеров в гости, пригласить домой, к себе в гости на день рождения, так как в этом году клубу «Войны ветра» было 12 лет, 25 июня. География мероприятия была обширной, начиная от самой Украины, из всех городов Украины, из областей. Россия была представлена, Казахстан. Люди с Европы, которые приехали, они приехали не на продолжительное время, они имели возможность оставаться на все 3 дня. Мы примерно прикинули, что с поставленными задачами мы справились, не давая себе оценки, там, оценивая свою работу. Мы чувствуем это на уровне сердца, что то, что мы хотели дать людям, мы дали. И хотим давать еще больше. Так что добро пожаловать на Байк-Терикон. Всех приняли, всех накормили, всех обогрели. We'll be right back.
своей целью мы ставили принять людей, которых мы приглашали в гости к себе. Естественно, мы готовили питание, место, где они могли бы разбить палаточный городок. И питание включало в себя традиционную байкерскую кухню. И люди, которые приезжали с разных городов, стран, с Казахстана, с России, имели возможность кушать бесплатно, не расходуя на это дополнительные средства. Что для байкеров очень ценно, так как каждый байкер собирает деньги в основном на бензин. Вот, приехал с Алматы. Двигаюсь чисто по приглашению Аркадия. Именно заехал в Донецк, хотя знать не знал, где это. Теперь я знаю, что это есть. Я не буду давить, я скажу, здесь есть человек, который приехал за 6 тысяч километров. За 7. Выносите тело. Поприветствуйте его. Это наш друг. Его зовут Серик. Поприветствуйте, Серик. Как ни странно, не электричка. Он, мало того, тоже 7 километров он приехал из Алматы, он поехал на Гоблина. Вернулся с Гоблина сюда. И завтра Серик поедет в Москву. Хотя у человека, у Серика жена прекрасная, она будет зовут. И четверо детей. Я думаю, можно громче, громче, ребята. Да? Дорожный капитан мотоклуба, байкерского клуба в городе Алма-Ате, Качевник. Поэтому мы, друзья, единодушно, я думаю, единодушно подарим ему целый набор призов от наших спонсоров. Да? Намат является просто клубом путешественников, поэтому мы рады всех, кто едет на байках, встретить в Казахстане, сопроводить по всему Казахстану, накормим, напоим, спать уложим и домой отправим. В одной части аэродрома мы поместили площадку для того, чтобы люди могли попробовать и посмотреть, что могут квадроциклы, как они управляются, как можно на них научиться ездить. Инструктора им показывали, объясняли. Там же рядом были расположены люди, которые приехали с лошадьми, конный театр. Особая тема, конечно, была у нас вышка парашютная. И мы перед тем, как ее пустить в эксплуатацию, мы ее сначала восстановили полностью. Произвели сварочные работы, отделочные работы, привели ее в надлежащий вид и сдали, так сказать, в эксплуатацию. Это было одним из самых популярных мест на территории проведения мероприятия. И, конечно же, был рок-концерт, в котором приняли участие около 20 коллективов с разных городов Украины. Oh, yeah.
70-е годы в Донецке было большое количество людей, ездивших на мотоциклах. Полуорганизовано, организовано, и, как правило, в советские времена их называли рокерами. В 90-е годы эта культура обрела оформленное движение в нашей области и вообще в целом на территории бывшего СССР. Люди, которые ездили на мотоциклах, стали объединяться в группы с определенными интересами, с определенными целями. И основой всего этого движения было самовыражение и свобода от устоявшихся принципов и правил. Так начали появляться первые клубы на Украине, в Донецке в частности. И таким клубом был Донецкий клуб «Войны ветра», который организовался в 1997 году. И открытие его происходило в ночном клубе «Галактика». Тогда приехали уже именитые гости из Днепропетровска, Днепропетровский клуб «Ангелы». Им тогда уже был около года, как они основались. И приехали байкеры из Харькова. В 1998 году в клуб пришло много людей, организовали открытую тусовку для людей, кто ездит на мотоциклах на Мариупольской развилке. И тогда в клуб пришло порядка 40 человек. Это были разные люди разного социального происхождения, но с неуемным желанием выделяться и быть свободными, иметь общение между собой. Так образовался. Определилось движение клуба «Войны ветра». Сейчас клубы 15 человек, из них людей, которые стояли у начала, 3 человека. Да, да, это там реально. Мы начали получать опыт организации мероприятий байк-шоу. Тогда просто называлось байк-шоу, так было удобно всем ориентироваться байкерам. В 99 году мы провели первое мероприятие на стадионе «Шахтер» в спортивном манеже и возле. И получили определенный положительный и, соответственно, отрицательный опыт. После того мероприятия в клубе, как в каждой структуре, происходили определенные изменения, перемены. Кто-то уходил, кто-то приходил, кто-то больше открывался. И это сказывалось на его присутствии в клубе, как в хорошем, так и не всегда в хорошем смысле. Следующее мероприятие мы начали проводить уже в начале 2000-х годов, начали выезжать на моря, делать проезды вдоль моря по побережью с разными акциями типа «Антиспид». И потом уже начали проводить стационарные мероприятия в Донецке и назвали их «Байкерикон» фирменно, так как мы в этом году был, по-моему, 5-й. Все происходило в одно время, и описать это в двух словах очень трудно. We'll be right back.
проведение байкерских конкурсов, которые придумывали многие байкеры, в том числе Билл, Ченец и люди, которые находились рядом с ними. Безусловно, не было отбоя от желающих.
нашем мероприятии не было торговых точек, которые торговали алкоголем. И тем самым Миргородская очень сильно помогла нам. Чтобы попросить вас сейчас обратить внимание всех за операторскую будочку. Пожалуйста, посмотрите туда. Там очаровательные лошадки. Сейчас это общество называется Татверсаль. И вот эти ребята молодые, очаровательные, они сейчас вам покажут несколько конно-спортивных миниатюр. Пожалуйста. Задан вопрос, почему именно аэродром Успина мы выбрали для проведения Байтерекона 2009. Знаете, ответ очень простой. Это место, которое подготовило для нашего государства, для нашей страны очень много летчиков. И так как я сам являюсь пилотом, сердце не камень, и очень хотелось помочь этой структуре каким-то вот таким вот образом привлечь внимание, чтобы люди, байкеры, общество обратили внимание на ценность того, что мы имеем. Территорию, люди могут прыгать с парашютами, прыгать с вышки, летать на самолетах, заниматься тем, в принципе, чем мужчинам больше всего по душе, рисковать жизнью. Это мероприятие для байкеров, для рок-музыкантов, для граждан, для того, чтобы мы имели возможность сделать что-то сами для себя, не ожидая помощи от политиков или еще от кого-то. Виктор Николаевич Тимченко. Громче, друзья, громче! Здравствуйте, уважаемые коллеги! Движение людей, окрыленных ветром и любящих машины, особенно мотоциклы. Я так понимаю, что это самое главное в вашей жизни на сегодняшний день, потому что вы ту идею, которая заложена была многие годы назад, связанная с тем, чтобы молодежь воспитывалась в лучших традициях и в первую очередь любить то, что дает радость жизни, в хорошем смысле этого слова. И мы сегодня очень рады, то, что вы у нас на аэродроме Моспина. Вы продолжатели традиции в будущем. Я думаю, вернутся те 70-е, которые дарили молодежи радость общения с техникой и воспитывали силу воли.
Ну и, конечно, желаю всем здоровья, успеха и благополучия. Спасибо. Ну, это пусть на память. Я думаю, когда-то в вашем клубе и музее будет. Слово начальнику всего вот этого прекрасного комплекса аэродромного, аэродрома Моспина, который много сделал. Тютюник Николай Иванович, друзья, поприветствуйте. Друзья, я очень рад, и наш коллектив очень рад, что вы к нам прибыли. И вы знаете, ожил аэродром, стало как-то веселей. Я смотрю на ваши глаза. Я думаю, что наши встречи продолжатся в дальнейшем. Это хорошо. Я как-то сразу проникся к вам большим уважением, к вам как воинам ветра. Я думаю, вы умеете быстро ездить. Но у нас тоже самолеты быстро летают. Я думаю, желающие, если будут, мы научим вас быстро летать. Мы будем рады даже сотрудничать с вами. Сотрудничать. И встречи наши будут продолжаться. Хочу в продолжение сказать, что на самом деле это место всегда являлось подготовкой кадров для военно-воздушных сил Советского Союза. Когда-то здесь, в 83-м году, я сам пришел пацаном и первый раз взлетел на самолете Як-52 самостоятельно, когда мне было 17 лет. В эти дни проведения Байтерекона 2009 все заметили, кто присутствовал там, был сильный ветер. И это не дало, этот ветер не дал возможности показать все то, что было задумано, а именно полеты на мотодельтапланах, полеты на высший пилотаж в кабине самолета, выступление пилотажной группы над территорией проведения мероприятия. В общем, это мы верим, что в следующем году мы компенсируем все в полной мере, то, что люди недополучили, то, что они не увидели в этом году. Дорогу. Для меня жизнь – это байк. Я на нем на работу езжу, с работы. В байкерстве, когда человек приходит в байкерскую среду, если у него чистое намерение, чистое сердце, он очень долго будет там держаться. Но если у него есть свои какие-то корыстные, там, еще какие-то цели, планы, или, не дай бог, политические, эти люди долго не живут в байкерской среде. В каком смысле? Они недолго держатся там. Ви знаєте, скільки я їжджу з ними, не лише Україна і от Росія. Є дуже багато приїжджають і німці, і Латвія, і Молдавія. І між ними ніколи не було ніяких нічварів і ніяких негативних сторін. Я їх не можу навіть уявити, тому що вони як на дорозі завжди допомагають одне одному, дуже допомагають, незалежно з якої країни вони їдуть і які в них проблеми. Вони завжди допоможуть, і це самі найкращі люди, яких я бачила колись. Хто їх один раз побачив, вже закоханий на все життя. Всі ми вийшли із постсовєтського пространства, і так би всі мали неуйомне бажання жити в свободі. І коли бывшее СССР пришло такое понимание, как байкерская культура. Кто хотел ездить на мотоциклах, кто ездил раньше, хотели таких киношных вариантов, как Харли Дэвидсон, Ковбой Мальборо. Просто как бы, каждый байкер был пропитан этими фильмами, этой культурой и видел ее именно в таком виде. Это обязательно какие-то негативные вещи, типа алкоголь, наркотики и разный мусор. Но пришло такое понимание, именно понимание того, что на самом деле, если человек хочет быть свободным, он не может быть свободен от правил, определенных правил, и образ его жизни определяет его продолжительность той же жизни.
Во время проведения байкерикона 2009 на аэродроме Моспина были задействованы многие люди, многие организации, и был приглашен христианский театр, который показывал миниатюры на библейские темы. Это происходило на центральной сцене мероприятия и очень впечатлило многих людей.
навіть скинуло. По городу, который был организован, выглядел эффектно, хорошо. Люди, которые ехали, двигались в колонии, получили удовольствие. Никто не травмировался, мы не блокировали город Донецк, его перекрестки в субботний день. Для того, чтобы организовать этот проезд, мы получали согласие в нескольких структурах, начиная с горосполкома, горГАИ, облГАИ. Слава Богу за наших инспекторов, за руководителей ГАИ области и города, за понимание и за грамотную организацию построения и ведения колонны. Все получили удовольствие, все получили то, что хотели. Инспекция получила безопасность, и мы получили безопасность. Байкеры получили удовлетворение от проезда по городу, потому что много иногородних, и не все люди имели возможность посмотреть город Донецк. И непосредственно такие проезды по городу делаются в первую очередь для горожан, для того, чтобы люди имели возможность увидеть разноплановость мотоциклов, людей, которые передвигаются на мотоциклах, что это достаточно открытые, добрые, в то же время сильные и волевые люди. Поэтому мы благодарны госавтоинспекции за ее участие и поддержку. И запах свободы – это полный вперед. Быстрые колеса и полный бак. Быстрые колеса и полный бак. Good luck. Yeah.
На мероприятии были представлены как разные клубы, объединения, байкеры, одиночки с разных городов и частей света. Также были представлены разные мотоциклы, марки, разные объемы, разные цвета. Наряду с большими мотоциклами типа BMW, KTM, литровые адвенчеры, BMW 1200GS, Enduro, Goldwing, Honda Pan European. Были представлены мотоциклы классические для наших краев. Это Днепр, Урал, переделаны на высоком техническом уровне. Мы проводили конкурс, он так и назывался «Лучший кастом». Были, естественно, свои призеры, были люди, которые выиграли в этом конкурсе. Все у нас проходило честно в этом плане. Люди, зрители сами голосовали за лучшие мотоциклы. И можно было увидеть и хорошо переделанные ижи, Явы, старые мотоциклы, люди приезжали на старых мотоциклах. Конечно, новые мотоциклы, они добавляют колорита своим видом, объемом, хромом, звуком. Но те люди, которые приезжали на старых мотоциклах, они, безусловно, герои. Потому что старая техника, она требует более трепетного ухода и больше внимания для того, чтобы держать ее в боевом состоянии. Обреченный против солнца, врач, на солнце, день и день.
Спасибо! Очень сильная поддержка, которую мы получили, это в первую очередь была поддержка от наших братьев-байкеров с разных городов Украины, с Житомира, с Киева, с Крыма, с разных городов Крыма, это христианские клубы. Также нам помогали клубы, наши дружественные клубы из Макеевки, 5-й легион, Ночные волки, это луганская чапта Ночных волков. Безусловно, проведение таких мероприятий, как байкерские слеты или еще какие-то мероприятия, в частности Байкерикон 2009, не могли обойтись без финансовой поддержки спонсоров. Мы благодарны всем людям, которые участвовали, сети заправок, заправочных станций «Параллель», интернет-провайдеру «Матрикс», страховой компании «ВУСО», «Кастрол Украина», «Импульс», дилер BMW на Украине и Донецкой области. Благодарны также Миргородской. Действительно благодарны всем спонсорам и всем людям, которые, знаешь, бескорыстно приезжали и помогали в проведении мероприятия. Благодарим всех, кто принял участие в этом мероприятии «Байкерикон 2009» и хотим пригласить на новый слет «Байкерикон 2010», который пройдет, мы надеемся, в следующем году на том же месте, на аэродроме Москвина. Мы желаем вам, пусть Бог хранит каждого из вас, ездите безопасно. До новых творческих встреч! Жизнь на колесах, подарок судьбы, мчатся ангелы скорости. За горизонт скорость движения почти как полет, но кто не летал, тот вряд ли поймет, как манит небо. Большое спасибо центру «Хьюстон» и Севе Зленко за подготовленную на высочайшем уровне видеосъемку и видеоматериал, который они любезно предоставили.